Не, нормально вообще, ну, всем привет, на улице Hello, очень холодно. Алин, тебя все равно здесь никто не поймет, ты в Саратове, расслабься, пожалуйста. Саратов — это город прекрасных дорог и душевных людей. Душевных, очень душевных людей. Первый в России саратовский цирк, саратовская гармошка, калачи — это все у нас, а еще... Саратовские морозы и прекрасная река Волга. Алин, я подбирал рюкзачок специально по цвету. Нет, тебе он подходит больше. Поэтому... Давай просто все решит, орел или решка. Орел. Решка. Ну что? Решка. Доверяю тебе. Очевидно, сегодня я живу на 0 рублей 0 копеек. Она тратит деньги родаков. Пока. Супер. Но зачем мне вам показывать этот холодный, но прекрасный Саратов? Я пришла в самый топовый салон Фиджи. О, вы ощутите, я королева, которая входит в свою красоту, в свое королевство. Милашка? Гуляй, шальная императрица. Я готова! Обертывайте меня. Это одна из главных достопримечательностей города Саратова. Крытый рынок. Он был построен аж в 1916 году. И это хороший способ, чтобы не замерзнуть на улице зимой. Пойдемте погуляем. А здесь можно найти все, просто любые продукты, как и на рынке. Цены, конечно, хорошие, но так как у нас нет денег, сегодня мы гуляем бесплатно. Мне остается только пускать слюни и смотреть на все это. Здесь очень добрые люди, продают овощи и фрукты. Мне разрешили даже попробовать что-нибудь. А что вкусно? Виноград. Виноград? Да. Откуда он? Узбекистан. Узбекистан, боже, вот так вот. М-м-м. Вкусно он? Я буду есть до тех пор, пока меня не выгонят отсюда. Слушайте, как здорово, в нашем городе можно поесть. Спасибо вам большое. Идемте дальше, может быть, нас еще сегодня чем-нибудь угостят. Боже мой. Вы вообще взяли помидоры по 250 рублей. У меня сегодня ноль. Вы только посмотрите, какой архитектурный ансамбль. Говорят, здесь ничего не менялось, Саша, с момента его основания. А еще тут есть очень крутой фонтан. Если бросить туда монетку, то ваше желание может исполниться. Ну или монетку хотя бы подберет тот, кому она нужна. Пойдемте посмотрим. Ну что, я предлагаю вам загадать желание, бросить ее в фонтан. Идемте сюда. Какой-то звук странный, да? А, друзья, можно даже искупаться. Загадал желание, да? Мне кажется, там должна была быть вода. 20 копеек просто так потратил. Интересно, как там у Алины дела? Также в Саратове можно найти разных-разных животных, таких как кроликов, лам, шиншиллы, овечь, северный олень и много-много других классных животных. Иди сюда. Катя. Здравствуйте, Катерина. Катерина, Катя, Катерина. Это же лама, да? Все верно я говорю? Какие мои хорошие, какие классные ребята. Это мама их. Интересный вид мужчин, которые чистят снег. Обратите внимание. Сейчас с нашими погодными условиями можем встретить их почти на каждом углу. Какие мои хорошие. А если он меня съест? Северный олень. Когда я вижу оленя, я вспоминаю сказку «Снежная королева». Я очень хочу быть Гердой, которая сейчас сядет на этого прекрасного животного. Иди сюда. И поедет к своему Каю, чтобы растопить его сердце. А мы сможем обнаружить их, нет? Павлинов. Они там есть? Это кенгуру Бен. Это самый. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Ты можешь попрыгать. Да ты моя красивая. Может, я тебя попрошу, чтобы ты мне хвост раскушал? Нет? Ладно. Я обнял. Всего хорошего, мужчина. Здравствуйте! Очень шикарная птица. Работаем, да? Она почти такая же, как я. Такие же ноги. Какие прекрасные. Мать моя женщина! Он перепрыгнул? Серьезно? Кошмар! Ты какой? Он просто очень-очень хотел с нами познакомиться. Все. Сейчас мы с вами посмотрим теплолюбивых животных. Посмотрите, какое прекрасное создание у меня на руках. Он знакомит меня со своими друзьями.
О, привет, друг! Я тоже так сижу, когда жду еду в Макдональдсе. Это ждуны, да? Все. Блин, это самый настоящий ждун. Все мемы контакта собрал только он. И ты маленький, но я тебя представляла иначе, когда ты сидишь вот так. Ты его... Это ждун, ребят, это самый настоящий ждун. Я его видела. Я его видела. Пока Алина там наслаждается своим зоопарком, за деньги бюджетные туристы тоже могут классно отдохнуть. Мы находимся в парке культуры отдыха имени Горького в Саратове, как в Москве, только по-нашему. И здесь уже зимуют уточки. Поэтому я тоже могу сделать селфи с утками. Пойдем поближе, возьмем у них интервью. Говорят, они классные ребята. Давай мне для Инстаграма скажи что-нибудь хорошее. Уточка, уточка, скажи спасибо людям, которые на меня подписались. Они не хотят со мной общаться. Саратов! Да! Это Саратов, детка! Здесь можно все! Летом это очень классное место. Здесь можно покататься на лошадках, на лодочках, попробовать парк аттракционов, американские горки по-саратовски, которых здесь нет. Так что пусть там Алина наслаждается своим теплом, лакшери отдыхом, едой, спа. Ну, что сказать, я замерз просто дичайше, но зато показал вам то, что можно обойти Влад! За один день. Как я по тебе скучала. Привет. Я Алина. Так прекрасно провела время. Я была в спа-центре Фиджи. Я каталась на прекрасном автомобиле. Я видела каждый красивый уголок города Саратова. Я так по тебе скучала, Алин. Просто безумно. Ты не поверишь. Я рад тебя видеть. Мы показали вам и рассказали о нашем прекрасном Короче, ну, нахрен, я городе замерз. Саратове.